Здорово, братан, чё ты, как ты? Супер. Есть несколько вопросов. Во-первых, самый главный вопрос, это плюс или минус? Да, да, стопудово плюс. В целом и спот, и фьючи везде плюс. Фьючи около 15% в среднем выходит, если считать квартально. Вот получается 50 почти процентов, если считать по полгода. Бля, Кирюх, а ты помнишь, блядь, вот в самом начале свои результаты, бля? Я, короче, у Кирюхи канал есть, ну его торговый дневник. Я прям вижу у него три стопа подряд, я такой, да, Кирюха, соберись, все будет заебись. Ты слышишь, я брал неделю, потом, короче, через неделю я такой открывал график, думал, бля, не, нахуй, я закрывал график, и все, еще просто неделя проходила, и потом вот, ну, там, две недели я потихоньку обратно возвращался уже в строй, и, ну, было нормально. Ну, сейчас уже хорошо, сейчас комфортно, у меня получается где-то, ну, там, 15-20 сделок, наверное, в месяц, но это прям вот прям самый максимум. Вообще, я стараюсь сейчас держать позицию где-то 2-3 дня, и движение забираю где-то 1000-1200, 1500 долларов по битку. Торгую только биток, как и торговал, в принципе. Ну вот согласись, хорошо не распыляться на большое количество активов, когда вот один актив, ты его контролируешь, как ты следишь за ним. У меня вопрос такого характера. Вот, что бы ты мог вот от себя, именно вот как бы от себя посоветовать новичку, осматривая свой личный опыт? Вот, я помню, у тебя в начале прям были проблемы. Вот прям вот, причем была, наверное, самая большая проблема, это с самим собой, блядь. Борьба вот за то, что либо верить своим мозгам, либо, блядь, смотреть вообще в округе во все, что происходит. Но в итоге ты, блядь, веришь своим мозгам. Вот у меня, что ты можешь порекомендовать новичкам? Ты знаешь, наверное, самое главное, вот что мне помогло, я почему-то считал, что вот стратегия какой-то прям, ну, прям вот пиздец грааль, просто мне нужно ее написать, все, мне нужно сдать ее, это как экзамен, эта стратегия, я ее переписывал 50 тысяч раз, пока в какой-то один момент у меня эта стратегия просто она не выработалась в голове где-то. И то есть, ну, я не смотрел уже несколько месяцев вообще в нее. У меня происходит все на каком-то автоматизме. То есть, это же вот стратегия, это то, что для нас проще всего сделать на автомате. Но самое интересное, что все, что ты сначала пишешь, потом переписываешь, потом еще десятый раз переписываешь, все это полная хуйня. Как мне показалось, что в итоге все равно ты все это 10 раз переделаешь. И, наверное, ну, какое главное пожелание, это чтобы, да, блядь, целеустремленности, упорство побольше, просто, ну, потерял один депозит, потерял второй депозит, заливай третий депозит. Главное, чтобы они не были больше 150 баксов, хотя бы. Потому что в начале, чаще всего, вот люди как раз-таки теряют на самых стартовых своих ошибках. Не от того, что они не понимают, что происходит, а от того, что просто вот есть какие-то особенности, которые ты тоже можешь понять, только вот проведя там с десяток сделок. Причем, если ты закрыл все 10 по стопу, это ничего страшного, блядь, это опыт, и причем опыт должен быть достаточно дешевым. Поэтому маленький депозит есть must have.